Актриса Каджа была самым первым выбором для этого фильма, но Айшвария Рай первоначально подписала фильм. Но после того, как произошел инцидент в фильме «Дорогами любви», ее заменила актриса Рани Мукерджи. Когда режиссер Аму Паллика рассказал сценарий Шахрухану, первый вопрос был таким от Шахрухана: может его компания решились выпустить фильм? А второй вопрос заключался в том, смогу ли я получить роль в фильме «Загадка», какой бы маленькой она ни была. И в конечном итоге он получил двойную роль – Кишана и Призрака, и стал продюсером фильма. Такие актеры, как Амитабх Баччан, Сунил Шетти и Джуки Чавла, снялись в эпизодических ролях бесплатно. По словам актера Шахрухана, фильм «Загадка» – это фильм об освобождении женщины, который касается вопросов брака, и спрашивает, должна ли женщина оставаться с мужчиной только из-за брака, а не из-за любви. Фильм «Загадка» был номинирован как официальный вход Индии на 79-ю премию «Оскар». Кинокритик Таран Дарш из Болливуд Хунгама дал фильму оценку 4 звезды из 5 и сказал: «В целом фильм «Загадка» – один из лучших фильмов, снятых в последнее время. Подобный фильм еще раз доказывает, что нам не нужно искать вдохновение у посторонних, когда индийская литература достаточно богата». Кстати, парадокс в том, что фильм «Загадка» был очень хорошее открытие первый день проката и была 90% занятости в кинотеатре. Однако коллекции фильма быстро упали и был объявлен средним в Индии, но при этом стал хитом за рубежом. Актер Шахрух Хан был номинирован на премию The Science Awards как лучший актер. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи!